Ну вот сегодня утро, 13 апреля 2020 год. Это поселок Потеряевка. Вот я приехал. Вчера с Божьей помощью мы с батюшкой на поезде добрались. 11:30 здесь были, без 10:12. Вот. Вот так вот выглядит скворечник. Ой, простите меня. Так. Тут уже в основном снег сошел везде. Так местами так вот лежит, где теневая сторона. Основной снег ушел. Вот покос почти чистый такой возле этих деревьев. Тут вот вместо шарика буду сегодня его забирать. Вот, гараж, баня. Там вот склад у нас. Видно, что сугроб лежит. Так, теплица Надежды Васильевны. Ну, вот так вот, в принципе. Местами вот так лежит снег. И в полях уже тоже там почти снега нет уже. Местами тоже лежит где-то. Ну, теплица вот нормально себя чувствует. Слава Богу. Сейчас пойду склады открывать. Сейчас возьму эту выдергу сперва. Там, потому что у меня фляги стоят. Мне батюшка уже с утра сегодня звонит. Приходи, говорит, ко мне завтракать. Я встал, пошел к нему. Как раз на молитве уже был. Вот. Эту палку он как согнула коромыслом. Была прямая, но всегда ее подставляли. Сейчас у него вон изогнула. Сейчас выдергу возьму. Вот одну флягу взял. Сейчас на него будет идти и наливать. Это у нас фляга вроде бы не очень чистая. Посмотрим. Птички поют. Пташки. Сейчас тетя Валя Устина увидел тоже. Сестру Игнатия Тихоновича. Идет, говорит. Вот еще. Скворцы, говорит, слетаются на меня, говорит, весенние. Вот покажу сейчас березовку. Там мы в лес ходили, там в околках бачка ставит бутылки. Вот он мне 4 штуки отдал по 20 литров. Сейчас фляги принесу, перелью и буду хранить. Вот, это склады у нас. Тут вот сугроб еще лежит целый. Вот. Тут сделал у нас по пару гвоздей. Один гвоздик. Второй гвоздик. Вот так вот. Так вот. Гвоздики поднять надо. Да, где-то я второй не вижу. Вот. Склады уже садятся вовсю. Вон по порогу видно, что перекосил его весь. Тут еще вещей у нас много. Тут, наверное, царствуют мыши, как обычно. Ну вот так, склады. Все, в принципе, осталось, как оно и было. Склад стоит. Ну вот так вот. Ну, потом еще дальнейшее покажу, где что, как у нас тут происходит. Крыша, слава богу, целая. Нигде ничего вроде не повредилось. Ну, вот так вот. Слава богу за все. Аллилуйя.